Всем привет! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Готовим начинку. Обжариваем в подсолнечном масле нарезанный мелкими кубиками лук до мягкости. Добавляем в сковороду квашеную капусту. Как квасить капусту, смотрите в подсказках. Ссылки также есть в описании под видео. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 10-15 минут. Периодически помешиваем. Затем добавляем острый красный перец, черный перец, молотый кориандр. Хорошо перемешиваем и жарим без крышки еще 3-5 минут. Выключаем огонь и даем начинке остыть. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!